Сотни с площади не уходят и палаток не разбирают. Референдум в Крыму на жизнь революционной площади хоть и не повлиял, но о нем говорят как уже о свершившемся факте. Референдум незаконен, это уже признало и ООН, и все международное сообщество, так что признавать ее никто не собирается. А дальше Минстрельщик будет делать карлик московский. Почти 97% жителей Крыма проголосовали за воссоединение полуострова с Россией. Такому результату позавидовал бы даже президент Казахстана Назарбаев. Он-то умеет проводить выборы в свою пользу. Ельбасы никогда не набирал меньше 90% голосов. Мы находимся в таком в котловане, в очень неудобном для с точки зрения геополитики. И те или иные санкции против Российской Федерации, они автоматически ложатся на Казахстан. «Я устал, я ухожу». Негласный лидер национал-патриотов Казахстана Мухтар Тайжан решил завязать с политикой. Как бы оправдываясь, он поведал журналистам, как тяжело биться головой о непробиваемую стену, о давлении на собственный бизнес и позабытую из-за общественной активности семью. До этого писались такие вещи, Дима, как «я беру деньги у КНБ, у администрации президента, у ваххабитов, у Аблязова, у кого только я деньги не беру». Может говорить любой. Покажите доказательства. Постоянно об этом пишут. Доказательства, пожалуйста. В Казахстане продолжают душить оппозиционные властям СМИ, изобретая каждый раз все более изощренные способы расправы. Добрались и до молодой газеты «Трибуна». Никому неизвестный гражданин Купизбай Жамсиитов подал на нее в суд и требовал с редакции несколько миллионов тенге, якобы за моральный ущерб. Я, ваша честь, понимаю, это попытка внести раскол в наше общество. Как раз в единство нашем государстве. Используем мое имя без моего согласия. Сама журналист четко пишет, что он подразумевал действия чиновника. Она сама уже с ним общалась несколько раз. Он ей высказывал эти претензии. На вопрос, кто стрелял в майдановцев в конце февраля, здесь отвечают одинаково. Все с подачи России. Если бы не Россия, этого бы не было. Янукович, поддержка только россиян. Это мое личное мнение. У каждого это мнение индивидуально. Не было бы этого. Смотрите, что сейчас делается с Крымом. Правительство Казахстана совместно с Нацбанком заявили об улучшении социального благополучия граждан. Примечательно, что данные, которые привели республиканские и банковские эксперты, датируются прошлым годом. Сами жители Казахстана даже и не догадывались о том, как хорошо они живут. Вот что говорят люди, которые впервые услышали об этом. Я вот все привожу пример Грецию. Греки бедные. Бедные греки, как нам их жалко. У них минимальная пенсия 1000 евро. А мы такие богатые казахстанцы, у нас минимальная пенсия 100 евро, в 10 раз меньше, потому что мы богатые. Вот и все. Майдан в воскресенье собирает народные вечи. Сотни обещают участникам шокирующие новости и требуют присутствия Турчинова и Яценюка. Час назад началась сдача частей. По территории батальона морской пехоты в Феодосии сейчас полным ходом идут русские военные. Это единственный сегодня батальон, который старается держать и не дает ключи от складов.